Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Наверное, короткий итог сегодняшнего дня выставки InvoExpo 2018. То есть мы первый день присутствуем на стенде. Большим интересом пользуется стенд наш Юнимобиль, потому что действительно аналогов данного транспортного средства в мире нет. Вот, такого, чтобы человек мог сам без чьей-либо помощи, будучи в инвалидной коляске, подъехать к своему транспорту, сесть, заехать внутрь, закрепить свою тележку и управлять этим автомобилем обычным рулем. Не джойстиком, как есть в аналогах, да, но действительно законченная модель для людей, которые хотят управлять транспортным средством. К сожалению, обычным транспортным средством они управлять не могут. Что хотелось бы отметить? Характеристики очень важны данного транспортного средства. Да, то есть до 120 км, до 150 даже км сегодня позволяет батарея, установленная в данном транспорте, перемещаться в пространстве. Скорость до 100 км в час, зарядка батареи 10 часов. То есть действительно уникальная оборудование. И как сказал нам начальник опытного производства, руководитель опытного производства струнных технологий Александр Сенкевич, в дальнейшем, по итогам тех отзывов, которые сегодня были получены непосредственно от людей с ограниченной возможностью передвижения, да, что может быть сделать лучше и так далее, будет совершенствован данный вид транспорта, и в дальнейшем будет получен, скажем так, более качественный. Хотя сегодня уже действительно есть на что посмотреть, чему порадоваться. Уникальное транспортное средство, которое сегодня вызывало удивление огромного количества людей, и специалистов мира транспорта, и представителей чиновников разного уровня, да, и, скажем так, непосредственно людей, для которых данный транспорт предназначен. Сегодня, кстати, выставка началась обходом всех стендов организаторами данного мероприятия, и был господин Терентьев, который является депутатом Госдумы Российской Федерации. Первые вопросы, которые он задал, увидев данное транспортное средство: а сколько стоит и где его взять? Да, то есть настолько оно его впечатлило. Вот. Но действительно, результатами данной выставки сегодня и завтра, и послезавтра, три дня, которые будут длиться данное мероприятие, будут собраны отзывы. Да? Дальше возможны варианты заключения каких-нибудь соглашений с кем-то, поиск партнеров, которые в дальнейшем помогут реализовывать данный вид транспорта. Это могут быть государственные предприятия, это могут быть какие-то частные фонды и так далее. Важно действительно организовать информационное поле, в котором можно в дальнейшем работать и, может быть, даже создавать структуры, которые в дальнейшем помогут реализовывать данный вид транспорта, потому что, как сказал Александр Сенкевич, каждый десятый человек в этом мире сегодня – это инвалид, а каждый десятый из этих десяти – это инвалид-колясочник. То есть рынок огромнейший для данных транспортных средств, и очень здорово, что наше предприятие «Струнные технологии», проект группы компании SkyWay занялся этим направлением в том числе. Помимо высокоскоростного, помимо городского, помимо, скажем так, юнибайков и грузового транспорта, у нас еще есть такой юнимобиль, в дальнейшем который получит свое название. Да, вы знаете, что идет конкурс. Что хочу еще сказать в конце, то что уже сегодня, да, в интернете вы можете найти сайт, который называется www.unimobile.by, на котором выложена вся информация по данному транспортному средству. Да, там вы можете посмотреть все технические характеристики. Мало того, там организован так называемый живой чат, но не в том плане, как мы привыкли в Skype или в других мессенджерах, да? Там вы можете задавать вопросы, там вы можете писать отзывы. И если, скажем так, эти вопросы и отзывы будут конструктивные, то специалисты предприятия струнных технологий, которые непосредственно занимаются, скажем так, реализацией данного проекта, будут отвечать на эти вопросы. Мало того, хорошие идеи будут брать, скажем так, в разработку и в дальнейшем, может быть, применять в данных видах транспорта. Ну, наверное, вот все, что хотелось сказать по результатам сегодняшнего дня. Работа ведется, работа будет идти еще два дня, помимо сегодняшнего. Ну и в дальнейшем данный вид транспорта наверняка получит свою реализацию в разных уголках земного шара. У этого транспорта есть будущее. И я думаю, что те наши партнеры, которые уже стали совладельцами технологии SkyWay, должны порадоваться то, что социальность, как мы говорим, да, одно из направлений деятельности предприятия SkyWay, вот, она находит отражение в таком виде транспорта. Спасибо большое за внимание. Следите за нашими новостями. Участвуйте, принимайте участие активно в развитии проекта SkyWay. До новых встреч!